просто взяла, застыла это до сих пор. Просто невозможно прийти. Ну да, тут любой человек, который интересуется спортом. Потому что человечество там. Просто ужасно. Может быть, и не стоило ему ввязываться, пусть бы они забрали эти закрыла. А они тоже не могли просто убежать. Зачем обязательно какие-то дела такие ужасные. Наверное, каждый задумался о своих поступках. Я сама мать их. Даже комментировать слышно. Пришли сегодня сюда всю семью. Вы с вашими земляками сейчас общались, они какие-то слова поддержки? Да, весь Казахстан можно вырасти, если так стоит на ушах. Просто вчера я когда увидела сообщение, было всего 10 минут, как появилась информация в семье. Даже сначала сложно было поверить, но к вечеру все подтвердилось, что это все-таки правда. Да, мы все общаемся, все очень переживают, все. Хотя я даже не с Алматы, я с Каменогорска, но все равно все спрашивают. Спасибо большое. А как вас зовут? А фамилия? Тип-тип. Спасибо.